Ну, то есть птица счастья какого дня? Завтрашнего. То есть сегодня ничего не будет. Завтра все будет, да? Это значит, что я вот в институт хожу, вот когда выучусь в институт, тогда буду счастливым. А сейчас пока мучаюсь. Выучился в институт. Вот когда устроюсь на работу, тогда буду счастливым. Счастье где находится? В будущем. Это называется вера в удачу, да? Счастье в будущем. Выучусь в институте, буду счастливым. Устроюсь на работу, буду счастливым. Устроился. Вот когда у меня нормальная зарплата будет, тогда буду счастливым. Нормальная зарплата. Вот когда квартира будет, буду счастливым. Ипотеку взял. Вот когда выплачу ипотеку, тогда буду, о, брат, это лет через 15 ты будешь счастливым. Вот. Вот когда детей подниму, буду счастливым. Вот когда внуки, раз и умер. Все время в будущем счастье находится. Вот когда работа закончится, буду счастливым, на остановке стоит. Вот когда трамвай приеду, буду счастливым, в трамвае. Вот когда домой приеду, буду счастливым. Домой приехал, вот когда телевизор сяду смотреть, буду счастливым. Сел, там в телевизоре для него какие фильмы для этого человека? Фильмы про удачу, то там Шварценеггер, там все остальные. Ну, люди, которые всегда побеждают. Пули в них попасть не могут. Вот сколько ни стреляй, прям в упор, прям я смотрел. Ну, все мимо. Невозможно попасть, потому что он из этой оперы, он человек удачи, понимаете? В него попасть невозможно. Вот. И почему он смотрит, этот человек, этот фильм? Цель этого фильма – убедиться, что все получится. Но на самом деле в глубине его сердца он знает, что ничего не получится. Почему? Потому что он делать ничего не хочет. Он хочет удачи просто, понимаете, и понтов. Он не хочет трудиться над своей судьбой. Смотрите, во втором куплете интересно все складывается. Он сам рассказывает о том, что будет дальше. Есть надежное сердце. Надежность сохранит. Сохрани. Что такое вообще? Будет утро завтрашнего дня. Будет. Кто-то станет первым, а не я. Понятно? Все равно есть надежда, все равно. Меня. Философия понятна? Никакого успеха в этом нет, это просто иллюзия. И люди из этой иллюзии, они превращаются в котлету. Потому что у таких людей есть 5 стадий развития. Первая стадия называется вера в удачу или эйфория. Вторая стадия называется тяжелый труд, потому что люди эти, они верят, что они еще больше напрягутся, чуть-чуть еще больше напрягутся, и дальше будет удача. Третья стадия называется усталость. Четвертая стадия называется надлом. А пятая стадия называется деградация или прогресс. Ну, то есть все это нужно для того, чтобы понять, что это не работает. Все. Может годы пройти. Ну, допустим, если в песнях это выражать, то первая стадия или четыре мушкетера, как бы на первой стадии находится, да? Первая стадия. Один из мушкетеров поет песню. Пора, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси, боку!» Да? Первая стадия. Четвертая. 40 лет спустя. Или 20 лет спустя. Да, он там был. 20 лет спустя. Тот же самый мушкетер поет. Сколь дней осталось, как снять усталость.
зеленоглазое такси. О-о-о-о. Притормози, притормози и отвези меня туда. О-о-о-о. Где будут рады мне всегда. Ну, все-таки не успех важнее, а любовь.